есть группа в коммерческом банке контроля RSUTE. Сегодня у коммерческих банков есть большие возможности развития деятельности в направлении проведения валютных операций. Цель моей выпускной квалификационной работы состоит в изучении сущности валютных операций, в изучении опыта реализации валютных операций на примере заданных ДВ-24 и определении валютных рисков и методов их регулирования.